истории хотя бы. Все, видео пошло. Держи камерку. Как, вот этой рукой? Да, вот, можешь другой рукой сказать. Компания SkyCountry, Paraglider. Меня зовут Дима, это Александра. Правильно. Помнишь, сейчас будем стартовать. Ребята, отойдите, пожалуйста. Please move to the side. Окей? Thank you. You ready? One, two, three, let's go. Let's go. Давай, тянем. Ускоряемся сейчас. Удобно? Да. Всем привет, еще раз мы летим. Привет! Это так офигенно. Это страшно? Нет. Ну так, о чем речь? Это очень классно. Как хорошо, что мы не сели в эту гондолу, они все еще стоят, смотри. Да ужас вообще. Это вообще. Нам повезло. Нам, короче, сегодня вообще везет. Нам вообще везет. Это хорошо. Мне вообще всегда везет. Это очень хорошо. Я фартовая. Блин, как это классно. Это очень классно. Да. Это вообще не страшно. Почему мы многим предлагаем трюки, потому что как бы, ну, иногда это надо. Но это как бы по самочувствию. И если 50 лари стоит. Возможно, это, наверное, будет второй полет. Да-да, не, я просто говорю. Да-да-да, я поняла. Я не составляю. Блин, очень клево. Ну, так оно напрягающе, есть небольшой поток. Если хочешь, поменяй руку, другую руку камеру возьми. Ну, как-то неудобно немножечко. Ну, я поняла. Молодка. Ну, да, немного она устала. Блин. Я давно мечтала покататься. Я именно мечтала в горах покататься зимой. Да, когда возле моря летаешь, там... Ну да. Здесь очень классно. Там уже Россия. Рядом. Вон так? Да. Тут граница вот проходит буквально по вот этим горам. Волшебное ощущение. Ну, давай я сейчас по кругу сниму. Это вот так вот, вон экстрим, да, вот этот? Да, это вот. О боже. Качивает иногда людей, я поэтому спрашиваю. Не-не-не. Холодновато тут. Ну, это естественно. А это так? Всю зиму так. Да-да-да. А так все хорошо. Это же горы. Красота. Да и снега вокруг полно по этим горам. Очень. Тут летом, когда летаем, и то холодно, когда высоко подымаемся. Ну да. Чем опаснее, моторкой? Ну, там, типа, с мотором или вот просто купол? С мотором.
Курам там ты не ограничен, можешь лететь куда угодно. Ага. Это плюсы. Угу. Из минусов, в момент, когда он работает, то шумно. Угу. Это единственный минус. Угу. А так все то же самое. Старт такой же. Да, возможно, не дай.